Друзья, привет! Сегодня мы с вами будем делать декор для пасхального стола. Значит, мы возьмем пенопластовое яйцо, вставляем шпажку, отрываем бумажное полотенце, сворачиваем. Это для удобства, можно не сворачивать. Отрываем края. Смачиваем это немножко водичкой. Макаем наше яйцо в клей. Накладываем салфеточку и делаем вот такими вот движениями, как бы скомканную салфетку. Можно ручками помогать. Так вот у нас с вами должно получиться. Такое вышло пожмаканное яйцо. Даем теперь ему высохнуть. И после просушки будем его разукрашивать. Итак, высохло наше яйцо. Вот такое вот оно получилось. И теперь мы все это красим. Все, ребята, покрасили яйцо, теперь даем ему просохнуть. Так, высохла наша красочка. И сейчас я возьму, вот у меня вот патель есть, вот такая вот серебряная. И клей для золочения на водной основе. Сейчас я нанесу на яйцо клей и буду наносить патель. Дадим клею пару минут подсохнуть и наносим патель. Вот подсох наш клей. Как только немножко он прилипает к ручке, уже можно на него клеить. Берем сухой кисточкой пательку. Желательно поменьше кусочки. Вот уже приклеилась. И наносим на выступающие части. Вот такое вот у нас яйцо получилось. Теперь мы наклеим сюда цветочки. Берем букетики, любые какие есть. Снимаем цветочек, отрезаем ему ножку и приклеиваем.
букетика приклеим листики. Чеши листики. Вот такое вот у нас яйцо получилось. Вот такие вот декоративные яйца у нас получились, и сейчас мы попробуем задекорировать корзинку. Корзиночку я скину ссылочку, как сделать такую корзинку из бельевой веревки. Значит, вовнутрь корзинки я поставила губку, вот, и намочила водой. И теперь будем декорировать. Вот такая вот корзинка у нас получилась, друзья.